В этом курсе я расскажу про оформление больничного в связи с карантином в условиях угрозы распространения новой инфекции. Для лиц, вернувшихся в Россию из стран, где зарегистрированы заболевания новой коронавирусной инфекции, и проживающих с ними членов семьи, постановлением правительства от 18 марта 2020 года номер 294 введен временный порядок оформления больничных листков и выплат пособий по временной нетрудоспособности. Такой порядок введен с 20 марта и по 1 июля 2020 года. Перечень стран, в которых распространена новая инфекция, можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора, где как раз вот этот перечень стран. Ну а сейчас больничные листы оформляются практически при возвращении из любой страны в Российскую Федерацию. Такие больничные полностью оплачиваются за счет средств фонда социального страхования. Если ваш работник был за границей, он и его родственники должны находиться на карантине в течение 14 календарных дней. В связи с карантином работники могут самостоятельно и дистанционно оформлять больничный лист. В новом порядке работнику предлагается выполнить ряд понятных шагов, чтобы оформить листок нетрудоспособности. Работник подает заявление через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования. К заявлению прикладывает фотокопии документов, подтверждающих выезд, загранпаспорт, проездные документы. Фонд получает сведения из личного кабинета на сайте и передает информацию в соответствующую медицинскую организацию. Медицинская организация формирует электронный листок временной нетрудоспособности. Фонд социального страхования после этого получает информацию о больничном и идентифицирует страхователя, то есть работодателя данного работника, у которого работает застрахованный, обратившийся за больничным. Далее Фонд социального страхования запрашивает у работодателя сведения, необходимые для расчета пособия. Работодатель в течение 2 рабочих дней представляет Фонд социального страхования нужные сведения. Фонд социального страхования выплачивает пособие непосредственно работнику на его счет в банке.